Возьмем смайлик-брелок-индикатор, фиксирующий микроволновое поле. Это демонстрация для тех, кто не знает о подобных брелках. Начнем от печки. Микроволновая печь – бытовой источник микроволнового излучения. Как видите, из нее идут утечки, которые фиксируют данные индикаторы. Поэтому желательно держаться подальше от печки во время приготовления пищи. Итак, индикаторы по инерции еще светятся после выключения печи. Ну, давайте запустим печь еще раз. И индикаторы опять в областях утечек покажут нам реакцию свою. Итак, остановим. Теперь возьмем два телефона. Синий телефон обычный, красный с защитой. Позвоним с обычного телефона. Вот. Момент вызова поля максимально. Как видите, все брелки мгновенно зажглись. Это вам даже не микроволновая печь. Поэтому желательно в момент вызова не держать возле себя телефон. Вот теперь индикаторы дождемся, пока погаснут. Пришел вызов на защищенный телефон. Проводим, никакой реакции. Незащищенный, мгновенно. Теперь позвоним с защищенного телефона. Напоминаю, в момент вызова поле максимально. Старайтесь держать подальше от себя сотовый телефон в момент вызова. Итак, запускаем, вызываем обычный телефон. Вызов пошел, поле максимально, но через лицевую сторону не проходит телефона, брелки не фиксируют это. А вот пришел вызов на обычный телефон. Слышите, динамик начинает реагировать хрипом. Вот, подносим обычный телефон, мгновенная реакция светлячков. Теперь ежу понятно, светлячки вас не обманут.